Привет всем, кто зашел ко мне на канал. И сегодня я хотела бы сделать подборку видео с небольшими обзорами на покупку продуктов, которые мы покупали в течение вот 10 дней, которые мы уже находимся здесь, в Турции. Сначала я хотела сделать такой итоговый обзор в прошлую субботу после субботнего рынка. Но потом, посмотрев на продукты, посмотрев видео, которые я отсняла, я поняла, что это будет не совсем правильно. Как бы одни продукты уже мы израсходовали, другие еще лежат в холодильнике, какие-то мы подкупаем, и баланс как бы невозможно подбить. Поэтому я решила просто показывать, что мы покупали, будем покупать, по какой цене. Что нам понравилось, а что не очень, какие продукты вкусные, которые, какие нет. А уже в конце месяца, когда мы вернемся домой, тогда уже просто подобью баланс и посмотрим, сколько мы потратили на продукты за месяц. Нам это и самим очень интересно. Ну а так как сегодня у нас в Махмутларе вторничный рынок, начну я с последних покупок. Вот такие помидоры я купила. Килограмм стоит 5 лир. Я взяла здесь килограмм. Одного не хватает, съели. Вот такие дыни. Мы уже брали один раз дыни побольше. Сегодня я взяла две вот таких маленьких. Очень вкусные, спелые, сладкие. Нам понравились. Брали мы еще зеленую дыню. Ну, как-то так она вкусная, спелая была. Но корка толстая. Взяла два разных вида винограда. Вот такой розовый и вот такой вот черный. Цена 8 лир. Я взяла здесь на 10 лир у меня получилось. Розового вот две гроздочки я положила. И вот такой пакет 10 лир стоит. Так, по рынку все. Я ездила специально за помидорами и дынями. Ну а виноград в нагрузку. На обратном пути заехала в БИМ, купила кое-какие продукты. Вот такая вот паста томатная взяла, маленький пакетик мне нужно. Стоит 2,95. Собираюсь варить борщ. Как же без борща. Вот такая вот колбаса, не брали мы ни разу, не знаем, скорее всего куриная. Стоит она 5,50, тут всего 150 грамм, ну за килограмм получается там не сильно дорого. Так, дальше взяла пачку масла. До этого мы брали в Мигросе. Нам понравилось, хорошее масло, вкусное, пахнет. Решила попробовать в БИМе. Стоит 13,50. Ну это получается дешевле, так как пачки 250 граммовые. Они такие, как у нас, 180-170 грамм. Ну, сейчас ничего не могу сказать, надо пробовать. Дальше вот такой сыр. Разные я брала и в прошлом году, и в этом году. Стоит он 8,90, 300 грамм. Вообще мне вот это лабне очень нравится. Разновидности творожного сыра очень вкусные. На вкус они разные, какие-то чуть-чуть солоноватые, какие-то сливочный вкус. Надо все пробовать. Кто любит такие сыры, рекомендую. Мне нравится. Ну вот на сегодня все покупки. Единственное, сейчас сходим еще за курицей и покажу цену. И дальше ролики будут идти те, что я снимала с 11 по 18 число. Что мы потратили за неделю. Сходили, докупили еще вот такую курицу. Почти 2 килограмма. А точнее, вот кило 880. За килограмм получается здесь 15,90. И учитывая курс лиры, сейчас меняла я, по-моему, по 8,7. Ну, там плюс-минус. Получается еще дешевле, чем у нас. В общей сложности курица вышла у нас вот почти на 30 лир. Без 11 курушей 30 лир. Вот такая курочка.
Так, ну что, первая наша базарная покупка. Значит, примерно по ценам. Ну, это, наверное, это дорогая вещь сейчас на данный момент. 25 лир. Это сок граната. Морковка 5 лир. Чеснок 10, да? 10 лир. Зелень и петрушка и укроп по 2 лиры. Картошка 3 лиры. Лук у нас получается, не помню, тоже по 3 или 2 лиры. У нас помидоры у нас по 2,5 лиры. 2 лиры 50 грошей. Огурцы у нас по 4 лиры. А, огурцы вот такие вот прямо тонюсенькие. Турчанки их берут, любят вот эти вот огурчики. Так, дальше что? Ну, хлеб тут, я не помню, сколько он тут. 1,5 в прошлом году стоил. В этом году я не глянула там по чеку. Яйца типа фермерские. Мы двужелтковые не стали брать. Они стоят 1,5 лиры десяток. Эти по лире. Это мы взяли, как он, кебаб. Да, покушать. Тут один куриный, один с бараниной. Это за 2. С бараниной он дороже. Получилось за 2, 35 лир я отдала. Оливки тоже подорожали. В прошлом году я по 20 брала. Вот такие вот самые крупные. Вот если видно, тут прямо такие, как мелкие сливы. Крупные. Были 20. В этом году 30. Дыня 4 лиры. Так, ну вот на сегодня покупки вот такие вот. Ну, не считая, воду пошли, взяли. Вот, потом посмотрим. Это такое, как бы, большие покупки. А, курицу еще взяли в магазине. Курица 16 лир. Кило. Нет, 14. Потом молоко взяли. Это по лире, там, с копейками. Молоко, не помнишь, почем? Ну, молоко недорогое здесь, как бы такое. Потом, может, еще будем покупать, озвучу цену. И курица вот такая 2-килограммовая. Не помню, то ли 14 лир стояла, то ли 16. Вот не помню. А, вот эти вот я еще тут взяла. Ну, вот мне нравится, я в прошлом году брала. А, ну это вот айран. Так. Это типа творожного сыра. Вот буду пробовать разные. В прошлом году другие брала, очень вкусные. Это вот каймак, типа сметаны такой, как со сливками, очень вкусная. Ну, это сливки обычные, вот как наши. Здесь у них крема называется. Я для кофе утром или для чая со сливками тоже, с молоком и со сливками люблю. Вот, тоже не очень дорого. Так, ну это попкорн мы решили побаловаться, так, зубки поточить. Йогурт, вот такая килограммовая баночка, мы всегда берем, нам нравятся вкусные йогурты здесь, стоит она 9,50. Так, это типа бисквитиков в шоколаде, тоже вкусные, ну на мой вкус немножко сладковатые, стоят 5,75. Это похоже у нас продается. Стоят 2,75. Микросовский творожный сыр стоит 5,90. Вот это лабне. Так, вот такой сыр мы взяли. Он дорогой, но нам он не понравился. Он такой твердый, в общем, невкусный. Так, немножко тут бытовых покупок по необходимости. Но о них я не буду рассказывать. Вот такое печенье. Вот это вот стоит. Лира 25, а вторая упаковочка печенья стоит лира 50 курушей. Вот такая вот. Ну, это обычная печенька, слепленная кремом между собой. Так, пиво. Вот такая упаковка из 6 банок стоит 78 лир 45 курушей. И мороженое. Вот такие упаковочки по 23 лиры 50 курушей. Ну, это покупки, бытовые нужды, которые нужны в каждом доме. Ну, тут, я думаю, цены не особо важны. Самое главное, продукты. Просто вот купили по необходимости. Так, вот это мы купили в понедельник на рынке, который проходит в Оба.
Рынок там нам показалось подешевле. Виноград вот такой по 6 лир. Мы купили кишмиш. И персики тоже были дешевле, чем у нас. У нас были по 10, дешевле не было. Там по 8. Арбуз взяли. Арбуз был такой вот здесь ровно пополам. Мы его разрезали, половинку съели. Вот, и здесь еще была вот такая вот часть. Вот еще вот примерно столько. По 2,5 лиры арбуза. Очередные покупки в Мигросе. Ну, я здесь просто расскажу. Вот опять лабне. Творожный сыр, который я люблю. Вот такой творожный. А цены я прикреплю все к видео. Вот это сыр типа феты. Вот. Тоже. Такой я, правда, не брала. Ну, решили взять попробовать. Это обычное молоко мигросовское. Масло Мигроса производства. Его уже мы пробовали. Вкусное. Вот такой сыр тоже мигросовский. Сыр вкусный, хороший. Нам понравился. Ну и обычный майонез, который, ну, решили взять без майонеза куда. Так, это нут. Я взяла его, чтобы не варить здесь. Нут долго варится. Взяла готовые банки сварить суп. Еще взяли яиц в Мигросе. Здесь в упаковке 3 десятка. Здесь категория такая вот, как у нас, S0. Крупные яйца, хорошие. Хлеб вот такой решили взять толстый. Неплохой хлеб. Взяла вот такую упаковочку вантилина. Здесь 10 штучек. Ну, он тут недорогой, я взяла, потому что хочу что-нибудь спечь. И еще взяла шоколадок. Мне нравится турецкий шоколад, я всегда беру очень вкусный. Такой, такой я пробовала. Шоколад вкусный. Вот такие вот две рыбки мы купили. Дорадо. Это дорадо, да? Вот, в Мигросе. Взяли, ну мы ее знаем, как бы у нас она тоже продается, но вот мы решили здесь покушать. Нам ее почистили, все вычистили досконально, и сверху, и внутри. И вот такого тунца взяли попробовать, не знаем, что это такое, с красным мясом. Мы попробуем, это мы завтра, я ее замариную, и в холодильник до завтра. А это сейчас, мы сейчас вот эти две рыбы зажарим. И покушаем. Цену прикреплю к видео, там по чеку, я не помню. Ну, у нас 40 с чем-то лир килограмм. Насколько она вытянула, я не смотрела. Так, вот сегодняшние покупки. Субботний рынок у нас. Сходила я, правда, я не все купила, что хотела. Ну вот, сейчас посмотрим. Все вот это вышло у меня на 40 лир. Самый большой такой платеж у меня был за картошку. На 15 лир я ее взяла. Думаю, чтобы не бегать каждый раз. Ну, здесь вот много. По 3,5 лиры. Так, мандарины пошли вот зеленые на рынке по 6 лир. Я не помню, сколько здесь вышло. По-моему, килограмм. Вот. Ну, нам нравятся мандаринки такие, вот прям крупненькие, очень вкусные. Так, ну, лука взяла, по-моему, тут чуть больше килограмма на 3 лиры, по 2 лиры килограмм. Зелень, лук вот такой 3 лиры. Укроп дороговастенький, но я взяла... Не там, где много зелени продают, а у деревенских продавцов такой хороший укропчик. А там, где много зелени продают, там он такой резанный, как с плантации. Мне не очень нравится. 2,5 лиры. Петрушка 1,5 лиры. Большой такой прямо пучок. Ну, это лаврушку я купила. В магазине я почему-то не нашла в пакетиках лаврушку. Взяла на рынке тоже. И хлеб 5,75, это я в Мигросе зашла, взяла
такой тостовый нам нравится. Вот это все вышло у нас на 40 лир, там без малого. Даже можно сказать 39 лир, 75 курушей. Вот такие вот покупки на сегодня. Все вроде бы. Вечером пойдем еще помидор, огурцов докупим, потому что сейчас как бы цены с утра немножечко они завышают. Но вот это тяжелое я решила с утра сходить взять. Продолжение следует. Так, капуста по 7 лир кило. Вот эта вот головка вышла примерно килограмм, ну за 7 отдала. Огурцы по 4 лиры. Помидоры 5 лир. Вот такие крупненькие я взяла этот раз, сливки. Мне не очень понравились. Взяли немножечко слив, компот сварить, чтобы пить, вода надоедает. И вот такие вот яблоки по 5 лир. Несколько штук зеленых и несколько штук вот таких красных. Вот эти сладкие яблоки. Вот эти я не пробовала, не знаю. Дыньку взяли. Дыни утром были дороже, сейчас вечером 4 лиры. Цену снизили. И свекла 7 лир килограмм, вот это на 1 лиру. На этом все. Всем пока-пока, продолжение следует.